Зрительскому СМС-голосованию «Стоп». Подведены итоги конкурса «Наша телекомпания. Необычное применение обычным вещам». Кто стал победителем в сюжете? На протяжении недели зрители выбирали самую креативную идею конкурса. Одна из 11 участниц набрала 48% от общего числа голосов и стала лидером народного СМС-голосования. Итак, имя победительницы – Елена Шурыгина. На общий суд рукодельница представила шкатулку, которую сделала из палочек от мороженого. Ура! Спасибо большое, кто за меня голосовал в этом конкурсе. Именно очень большую выразить благодарность это друзьям, которые меня всегда поддерживали. Голосовали, болели. Буду также творить дальше из подручных средств. Есть еще много-много очень идей. Есть те вещи, которые действительно выкидывают. Из них можно делать очень много хороших, красивых вещей. Елена по достоинству завоевала победу в креативном конкурсе. Творить она не перестает ни на день. Постоянно совершенствуется в бисероплетении и изготовлении самобытных шкатулок и рамок под фотографии. В планах выйти со своими творческими работами уже не на городской, а на столичный уровень. А пока Елена принимает поздравления, диплом победителя и главный приз конкурса – сертификат на 2000 рублей от салона «Ароматек». Хотелось бы поздравить от всей души нашу победительницу, поблагодарить ее за участие в том, что она такая молодец, рукодельница, и из вещей, которые, так скажем, с первого взгляда кажется, что ненужные, сделала такую красоту. Ортопедические матрасы, наматрасники и подушки – выбор в фирменном салоне восхищает. И что особенно приятно – матрас подстраивается под вас. Безусловно, проигравших в конкурсе нет. Каждый проявил свою оригинальность и креативность, а значит, заслуживает награды. Благодаря финансовой поддержке магазинов «Маяк» и «12 стульев» обладателями памятных призов становятся все участники. Спасибо всем участникам за их креативную идею, за то, что дали вторую жизнь старым вещам. И магазин «Маяк» приготовил подарки для участников. Приглашаем в магазин «Маяк». Мы вам всегда рады и готовы предложить вам широкий ассортимент электро-, пневмо-, бензоинструмента, также крепежа и фурнитур. Вам всегда рады в магазине «Маяк». Сейчас здесь действует суперакция. При покупке любого инструмента аксессуар в подарок. А если вам нужна вместительная прихожая, неповторимая гостиная, функциональная кухня, уютная спальня, то вам в магазин 12 стульев. Ждите новых конкурсов и обязательно принимайте в них участие. Ваша победа впереди. Забрать призы можно в редакции Муромского телевидения по адресу улица Воровского, 43. Регина Ломакина, Николай Молодюнов, Новости Муром.